баллы АОР. Это дополнительное вознаграждение для всех наших партнеров. И у нас сегодня есть целая корзина покупок АОР. Что же можно приобрести на АОР в нашем магазине? Итак, в своем X-офисе вы сможете выйти с корзину, и здесь уже в зависимости от того, какое количество АОР вы накопили, вы сможете выбрать любой понравившийся вам подарок. Будь то iPhone последней модели, будь то Samsung Galaxy, все зависит от того, какими вы пользуетесь, какие вам приходятся по вкусу. Также есть часы. Часы Apple, часы вот смарт-часы для других телефонов. И дальше по списку, если мы можем перелистывать, это и наушники беспроводные. Но это было у вас и раньше. А что появилось нового, и это очень-очень возбуждает. Это такие статусные, классные подарки, которые вы сможете купить и ходить, да, вот в таком лайфстайле. У нас есть кожаные рюкзачки, это мужская коллекция, есть поясная сумка Supreme от Gucci. Друзья, когда только-только появились на линии эти прекрасные, очень красивые, классные, сделанные со вкусом, очень тонко, да, если вы приглядитесь, можно по-разному относиться к брендам, но бренд – это всегда очень высокое качество производства. Это прекрасные стежки, это красивый дизайн, это красивая упаковка. Одним словом, это действительно статусность. И как только эти продукты появились у нас в корзинке, Мерхат Ермеков заказал себе первую поясную сумку, и мы его поздравляем. Очень скоро он получит ее у себя. Вот в таком замечательном пакете, пакетике от Gucci. Ее можно открыть. Я не знаю, видите ли вы меня сейчас, и насколько хорошо вы видите. Мы видим, да, мы видим. А, и в этом пакете есть еще один пакет. Вот такая красивая, изящная сумочка белого цвета, все у нас с ленточками, мы развязываем и достаем сумку, которую можно носить на поясе. Супер! Вот. И это еще мужская сумка, много... Татьяна, на тебе тоже очень идет. Спасибо! Вот здесь много разных кармашков. Да, все, видите, как все сдержано, все красиво, есть только некоторые атрибуты, которые указывают на бренд, все выполнено бесконечно качественно, а здесь тоже много маленьких бумажек, и что интересно, на задней стеночке этой прекрасной сумки у нас есть логотип Arix, это подарок Arix. Это круто. И это достается сегодня Мерхату, потому что в его распоряжении много баллов АОР. Но вы можете выбрать ровно то, что понравится вам, и мы с удовольствием пришлем вам подарок и вручим. Андрей, а можно продемонстрировать женскую коллекцию сумок? Да. Мне кажется, она не менее прекрасна, вот, и она также заслуживает, да, вашего внимания. Это у нас опять кожаный мужской, хотя это унисекс, да, и девочки, и мальчики могут сейчас ходить с таким стильным рюкзачком от Gucci. Как видите, да, он не, он подходит абсолютно всем. Следующий слайд. О, вот это уже, да, женское счастье, как бы, как можно сказать. Это сумки на любой вкус. Как видите, здесь есть и Louis Vuitton, известнейшая марка, старинная марка, марка, которая получила свое реноме в мире и самые такие пытливые модницы обязательно в своем гардеробе имеют хотя бы одну сумочку от Louis Vuitton. Сумки Michael Kors. Это уже более, так скажем, молодежная тема, да, и очень стильная. Маленькие сумочки, которые вы сможете носить с собой всякий раз, когда вы собираетесь куда-то пойти. Они подходят под любой наряд и станут идеальным украшением вашего образа, вашего лука.
Да, вот она, сумочка Louis Vuitton, наверняка вам известен этот логотип, да, он встречается часто, часто об этом говорит. Вы читаете, кстати, историю происхождения Louis Vuitton, это имя человека, как он пробил свой путь на пьедестал, на подиум от кутюр. Это тоже очень интересная история, которая рассказывает о том, как люди, казалось бы, ниоткуда выходят на вершину успеха в том сегменте, который они полюбили, благодаря своей страсти и своему желанию дать людям что-то очень интересное, очень классное и достойное. О, а вот это новинка! Буквально пару дней назад в нашем интернет-магазине AOR появилась уникальная подвеска. Как вы видите, limited edition, ограниченного количества. Всего 99 подвесок есть в нашем распоряжении. Они стоят не так дорого, это всего лишь 5500 AOR баллов, и вы получаете фирменный знак, фирменную цепочку с изображением логотипа бесконечности в бриллиантах от AREX. Это, вы знаете, это такое братство, наверное, это такое, какая командная черта, отличительный знак всех тех, кто сегодня в AREX. Мы ждем с нетерпением поступления самих подвесок на наш рынок, но сегодня вы уже можете их приобретать, и в августе-сентябре вы их получите, мы торжественно вручим, очень надеемся, что все-таки границы откроются, и мы сможем приехать в разные города, в разные страны, и вам это вручить лично, потому что этот подарок хочется прям повесить вам на грудь, чтобы сияли все эти бриллиантами, всеми цветами AREX. Так что, друзья, кто сегодня входит в команду, кто сегодня входит в наше братство бесконечного успеха и красоты вместе с AREX, пожалуйста, приобретайте эти подвески, тем более, что 5000 баллов AOR – это ничто. Да, это абсолютная доступная цена для каждого, но это очень знаковый и значимый знак для каждого из нас. Спасибо большое. Андрей, что-то у нас есть еще в корзине, чем мы можем похвастаться? Ну, видите, мы можем даже купить iPad Pro. Те, кто работает с айпадами, оценят, конечно же, этот классный подарок. Опять же, мы сделаем так, чтобы на нем было изображение AREX, маленький логотип, очень, так скажем, очень стильный, незаметный, но при этом сразу же определяющий уровень компании AREX и ее стильность. Спасибо большое. iPad Air. Я не очень хорошо разбираюсь в компьютерах, но думаю, что это очень классная штука. Выглядит она бомбически, просто сумасшедший дизайн и очень удобно, потому что это маленькие гаджеты, которые вы можете брать с собой, у вас есть стилус, вы можете быстро что-то записывать, потом это преображать в тексты и даже рисовать. Вот это хорошо для тех, у кого есть хобби, кому хочется немножечко отвлечься. Вот, при этом у вас и рабочее место тут же рядышком. Galaxy планшет с клавиатурой. Опять же, очень доступные цены, всего лишь 94 тысячи AOR, и у вас вот такой небольшой гаджет в руках есть. Что такое AOR и как их заработать, вы узнаете у ваших спонсоров. Мы также проводим регулярные конференции, где рассказываем о том, как зарабатывается AOR, но это не что иное, как компенсация за хорошо проделанную работу. И вот все те результаты, которых вы достигаете в компании AREX, все они оплачиваются не только в денежном эквиваленте, не только долларами, а еще и вот такими баллами, за которые вы можете приобретать по выгодной цене различные гаджеты.